Более 600 спортсменов из Щелково, Коломны, Люберец, Луховиц, Подольска и других муниципалитетов приняли участие в первенстве Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения. Соревнования прошли в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Татьяна Мохерева уже около 7 лет занимается легкой атлетикой, включая бег и прыжки в высоту. Впервые она увлеклась бегом еще в детстве, активно участвуя в ГТО-фестивалях. На сегодняшний день ее личный рекорд в прыжках в высоту составляет 1,5 метра. Девушка считает, что именно разнообразие дисциплин делает легкую атлетику таким привлекательным видом спорта. Это очень интересно, потому что можно переходить из одного вида в другой или же заниматься всеми по типу многоборья. Я думаю, это очень интересно, пробовать что-то новое. В беге на короткие дистанции старт – один из важнейших элементов. Чтобы набрать максимальную скорость, за первые 20 метров необходимо использовать правильные техники – движение руками, наклон корпуса и правильное дыхание. Спортсмены, специализирующиеся в спринте, бегут без раскачивания, используя все свои возможности. Чтобы достичь успеха, необходимы упорные и регулярные тренировки. Трудиться нужно, тут по-другому никак не бывает, да нигде так не бывает, нужно везде трудиться. Прикладывать усилия, это самое главное. Ну и желание, чтобы было. В любом случае надо перемолотить большой объем подготовки, километража, для кого-то штанги. Не просто это. То есть тренировки занимают по 2-3 часа, по 2 в день, по там, 12 тренировок в неделю. А на старте вот ребята бегут 6 секунд. Здесь уже нужен успех, да, где-то в каких-то видах. А так только труд. Труд, хороший тренер и целеустремленность. В двухдневную программу соревнований были включены бег с барьерами, бег с препятствиями, бег на короткие и длинные дистанции, ходьба, прыжки в длину и высоту, тройной прыжок. По итогам соревнований будет сформирована команда сборной Московской области, которая выступит на первенстве России. Евгения Корыська, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.